Сегодня полная тишина. Вот как волны от них расходятся. Сегодня среда, 21 августа 2019 года. Он поплывает к второй сети. Ни одной волны нету. Вот он. Палка к ней подплыли. У меня руки так трясутся. Они выбирают что-то из сети. Попала, наверное, рыбка. Послал Господь. Хорошо утром Сергею машина. Вот машины-то не будет, он уедет к сентябрю. Дальше и картошку копать. Никого нету. А посадил много, не для себя же только. Около 30 соток. Распутываю. Всех разворачиваюсь, за сетку держится. Непонятно, что тут делают. С берега далеко так трясется.
Поставили 5 километров, уже все равно они почти не покоряются. Непонятно, что они шелушат там. Что рыба попалась, не видно. Видимо, грузило. Поплавки цепляются друг за друга. Воткнули. Не могли вытащить. Ну что ж сказать, надо подойти теперь помогать, раз подплывают к берегу. Вот я тут подошел, и они плывут уже, вот они. Ну-ка. Что-то сегодня совсем мало рыбы-то. А что долго там были? Вон нарезали вязанок сколько. Мы в прошлый раз низ натягивали, да, видать, сильно углубили. А вот смотри, я подумал сейчас. Если поехать и взять
Не вот, не заходя в воду. Один конец воткнуть вот у берега здесь и длинную веревку. Вы там просто расправляете его. И вон до туда доплываете. Эту веревку я в руке тащу. И сразу начинаю помогать. Вот это место, тут рыба играет. Один раз можно попробовать. На расстоянии туда 20 метров. И потом туда подтянуть. И завернуть к этому месту. Ведро надо. Лодка только чтоб палку держал. Ведро брать тогда. Неси. Ну все, пошли. Че, да, вот туда. Куда? Да. Где больше-то было? В каком? В той. В том. Угу. Где она? Давайте. Я вот стоял и смотрел. Думаю, вполне это можно попробовать. Мы ни разу это не делали. У меня веревка длинная есть. Ее сразу в руки брать, чтобы не кидать. Ну-ка давай ведерко сюда, посчитай. Я гляжу, тут одна маленькая попалась. Да. Как она Считайте. У меня 9. Ну, да, эти маленькие-то считать даже. 16. Сколько? 16 общее. Ну ладно, все. Скажи, ты сегодня молился о рыбаках? О рыбаках? Нет, не молился. Ну вот и спрашивать нечего, ничего и нет у нас. Ладно, и спробуем. А что пробовать-то? В прошлый раз-то, когда ты благословил, помолился, так мы там центр вытащили. Так мы уже выловили все, наверное. Да нет, играет вовсю, по всей поверхности играет рыба. Вы в другом месте ставьте где-нибудь как-то. Сети-то. Вставили в разных местах. Угу. Решили завтра невод завести с лодки. Ой, да его с лодки не... Ну. А чё? Да чё, чё, ничего. Ну тебя в воду уже не загонишь? Да я и не полезу. Вот это и оно, только ложкой в чашку. Хоть гнать будешь, не полезу. Вот и всё. Но. Мы говорим о том, что реально длинная веревка, они в лодке распутывают, а я с берега, веревка-то у них будет. И за это к берегу ее подтягивать. Попробуй-то можно один раз. Ну, может, получится, что я не знаю. Я не пробовал никогда так. Ну, молиться ты будешь утром-то? Ну, помолюсь, ладно. Акафист там найди такой на рыбу. Да а что, его нет, напишите. Да как нет? Обязательно все. Не может быть, чтобы Ефрема Сирина не было. У него целый том молитву. Ну, молитва это молитва, а акафиста, чтобы там больше рыбы поймать, такого не было. Нет акафиста. Ну ты не встречал. Ну, самолет, машина, все колесница. Подводная лодка, колесница. Освещают-то. Ну, конечно. То есть вот это. Неподвижность. Апостолы молились, возри на угрозы Ирода, Понтия, Пилата. Вот сегодня мы начать перечислять там, посмотри на Берию, на Авакумова. Абакумова это. А у нас неподвижно, застыло все в 4 веке. Ой. Ладно. Вы от домов крапиву очистите, от своих домов. Угу. Уберите, прокосите, а то будет сухо там. Может, это как мина заложенная? Ну, ребята. Давайте. Давайте. Снимайте. А то домов набрали, а вокруг давайте, домов везде. Даже жалко бы нам такую мину. Кого? Ну, вы возьмите, купите, что вы. Ну, чтобы у вас на улице там было вот так же, как у нас. Начальник не разрешает эту жужжалку, я бы привез бы. Ну, сейчас, значит, руками рвите. Ножом режьте. Саблей. Вот так. Веселый батюшка, приятно. Ни ругани, ничего нет. А что Илюша спит? У них очень поздно встает. Очень и очень поздно. Вот бульдозер-то стоит третью неделю. Бульдозериста нету.